Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня, 3 июля, Православная Церковь совершает празднование иконы Божией Матери Модденская-Косинская. Икона Божией Матери Модденская-Косинская была привезена графом Борисом Петровичем Шереметьевым в 1717 году из итальянского города Модены. Икона именуется еще Косинской по месту своего пребывания в Успенской церкви бывшего подмосковного села Косино, сейчас район города Москвы. Святая икона была пожертвована Косинской церкви императором Петром I. Чудотворный образ Пресвятой Богородицы прославился многочисленными исцелениями и благодатными знамениями. Так, например, в 1848 году жители соседних с Косино селений, где свирепствовала холера, несколько раз брали чудотворную Модденскую икону для совершения молебнов, после которых страшная болезнь совершенно прекращалась. На иконе Пресвятая Богородица изображена стоящей с божественным младенцем на левой руке. Спаситель обращен ликом к народу, правой рукой он благословляет, а в левой держит свиток. В 1940 году Косинская Модденская икона Божией Матери была конфискована и передана в Музей религии и атеизма, а затем в Музей древнерусского искусства имени преподобного Андрея Рублева, расположенного на территории Спасо-Андрониева монастыря в Москве. В 1976 году святыня была отреставрирована, после чего в течение 3 лет находилась в экспозиции музея, а затем бережно хранилась вплоть до своего возвращения в Косинский храм. Второе обретение Косинской чудотворной иконы Божией Матери состоялось 2 июля 1991 года. В этот день по благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Алексия II чудотворную икону из запасников музея торжественно перенесли во вновь открытый собор Спаса Нерукотворного образа, где она была освящена. Затем состоялось торжественное перенесение чудотворного образа крестным ходом в Косинский приход. Перед святыней был прочитан акафист и отслужен водосвятный молебен, после чего чудотворная икона Божией Матери Косинская была внесена в Свято-Никольский храм и установлена на специальном постаменте. 2 июля 1992 года, после возвращения приходу Свято-Успенского храма, чудотворный Косинский образ Божией Матери разместили в нем, где святыня пребывает и поныне. Дорогие братья и сестры, сегодня также совершается память святых священномученика Мефодия, епископа Потарского, благоверного князя Глеба Владимирского, сына святого Андрея Боголюбского, святителя Мины, епископа Полоцкого. Празднуется перенесение мощей святителя Гурия, архиепископа Казанского, мучеников Инны, Пинны и Римы, священномученика Аристоклия Пресвитера, Димитриана Диакона и мученика Афанасия Чтеца, святителя Левкия, исповедника, епископа Врунтиса Польского, праведного Николая Кавасилы, исповедника Николая Флорова Пресвитера. Всех, кто носит имена святых, прославляемых Церковью сегодня, я сердечно и тепло поздравляю с днем тезаименитства. Благожелаю вам от Господа мира душевного, здравия телесного и всесильной помощи Божией во всех добрых делах и благих начинаниях по молитвам ваших небесных покровителей. Будьте Богом хранимы и Его Пречистой Матерью,
многое вам и благая лето.